Здравствуйте, уважаемые зрители. Вашему вниманию пришли вот такие отвалы снегоуборочные. Вот в таком исполнении. Довольно-таки крепкие, надежные. С толстого металла, с легким креплением, установкой распределителя. Сейчас начнем по порядку. Максимальная высота подъема составляет 26-27 сантиметров от земли, что более хорошо, чтобы проехать. Поворот, вот такой шплинтик, вытаскивается палец. Отвал поворачивается так, ровно. Также поворачивается через шплинт под 30 градусов, что вполне хватает для чистки бокового снега. Крепление у нас несколько точек. Пластина очень крепкая, поэтому прикручивается просто к раме. На каждом мини-тракторе есть отверстие. В пластине просверливаются отверстия, такие же, как на раме, и прикручиваются на болты. Подключение гидросистемы. Гидравлика подключается у нас, в принципе, просто. Два шланга, подача и обратка, запитываются от насоса и идут дальше на шланг. От распределителя идут два шланга на гидроцилиндр. В принципе, ничего сложного. В комплекте идет сам отвал, крепление отвала и крепление под гидроцилиндр-распределитель. Единственное, придется немножко посверлить дырочки, потому что у каждого свои крепления. Вот этот уголок нужно прикрутить самостоятельно. Высота подъема, высота опускания. Опускается в минусовую за неровностью дороги. Если есть вопросы, задавайте. Будем рады помочь.